только я тебе, блядь, не говорил ничего, а это все ваша дочка стучит на вас. Не, не Гора говорит это. Почему злой такой лубик? Он на меня и всех ненавидит. Да, а теперь во мне похожи. Ну это правда. Ну какая правда, какая вам вообще? Какая вам разница? Я вижу все. Дело в том, что все, что вот сейчас случается, я это говорил еще давно. Меня никто не прислушал. Я всегда помню. Надо было дом купить. Мать, а какие шиши я вам дом куплю? Всем. Странные слова, говорите, дом купить. Почему? Дом миллион долларов стоит. Кто мне миллион долларов даст? Я говорю, все будут закопить. Ай, слушайте, с вами накопить со всеми. А на телефон покупать за 1500 долларов. Да, у меня в Узбекистан ходит этот.